Вы когда-нибудь думали о том, чтобы присоединиться к ФБР? Нет. Никогда не хотела. Я ищу людей вне правоохранительных органов. Будучи студентом Академии ФБР, я посвящаю себя поиску правды и знаний. Я работал страховщиком, прежде чем попал в бюро. Я была медсестрой. Ты не узнаешь меня? Нет, но... Я узнаю. У меня были хорошие уроки, но у меня никогда не было особенного урока. Я очень рада, что мы в одном классе. Взаимно. Мы должны заботиться друг о друге. Тост за класс 9 года. Бюро настаивает на том, что ему нужны разные типы людей, но... Но мы делаем все одно и то же. Открывай! Я наблюдаю за изменениями в работе бюро. Мы же не шпионим друг за другом. Честно, иногда бывает. Это не твоя работа защищать меня от этого мира. Это единственная моя работа. Я постараюсь сделать все правильно. Как бы мы ни старались, но... Мы всегда раскрываем себя. Он следит за тобой. Удачи!